Лучший результат в ее карьере всего лишь 74-0-6. Ну, невысокий результат даже для второй десятки европейского чемпионата. В прошлом году на Европе она была 27-й, сейчас попала в третью по силе разминку после короткой. Это уже неплохо. Вы знаете, Алексей, я видел ее на чемпионате Италии в этом году, и она каталась настолько убедительно и настолько хорошо там, что федерация решила послать именно ее. Несмотря сюда, на третье место, да? Сюда, на чемпионат мира. А третье, да, но она катала настолько хорошо и убедительно, что это было правильно. Посмотрим, сможет ли она собраться здесь и показать такое же хорошее катание, как она показала на чемпионате Италии. Ну, две итальянки в сильнейшей разминке. Это лидеры Каролина Костнер и Валентина Марчей. Лидеры итальянской сборной, естественно. Хорошо. С плюсом будет флип. Да, пока оба прыжка были исполнены хорошо. Флип был исполнен в плюсовой зоне. Вот мы видим сейчас каскад тройной тулуп, двойной тулуп, который тоже очень уверенно исполнила Роберта. Интересно, как она будет выкручиваться, потому что здесь, по идее, должно было стоять 3-2-2 тулупом. Ну, я думаю, что она добавит где-нибудь к одному из прыжков, дальнейших прыжков, еще один каскад. Ну, понимаете, тут дело такое. У нее и так, и по идее, есть еще один каскад, который она должна делать. Тройной сальго плюс двойной тулуп. Добавлять туда еще один тулуп? Нет, туда, конечно, бессмысленно, но вот она уже как бы, она, может быть, она хотела к акселю добавить, но не сложилось. И аксель-то не получился у нее. И ведь это тоже на ходу нужно соображать. Это моделируется тренером? Ну вот, видите, все-таки сделано, да? Сальхов и два двойных тулупа. База 7.48, а что? Пристойно. В принципе, она может по технике превзойти Лорин Ле Кавалье, которая набрала пока что из тех девушек 11, которые выступили. Самую высокую сумму баллов. Ну что ж, Роберта каталась неплохо, но не так хорошо, как это было на национальном чемпионате Италии. Там она каталась безошибочно, очень сильно и выглядела очень убедительно. Ну, давайте посмотрим еще. У нее, насколько я понимаю, была в самом первом прыжке в Луце ошибка с ребром. Да, безусловно. Там было неправильное ребро отрыва, и за что ее, безусловно, наказывают. Покарают? Да. Но это не единственная, к сожалению, для нее ошибка. Основная, мы видели, это тройной тулуп, который...